Крупная авария на федеральной трассе под Курском. Там столкнулись 5 автомобилей. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость. Из-за дыма рядом с дорогой сжигали остатки от убранного урожая. Первая притормозила женщина на иномарке, и сзади в нее влетела фура. Водители выставили предупреждающие знаки, но из-за густого дыма их не заметили другие участники движения. В стоявший большегруз врезалась легковушка. Ее водитель и пассажир погибли на месте. От удара машину выбросило на встречную полосу, и с ней столкнулись еще одна фура и грузовая «Газель». Несколько автомобилей загорелись. Спасти людей удалось только благодаря очевидцам, которые останавливались и до приезда пожарных огнетушителями отбивали пламя от тех, кто был зажат внутри искореженных машин. Пострадавшие доставлены в больницы, их состояние оценивается как стабильное.